рамках специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, позаботься о ребенке». С начала текущего года на территории Брестской области совершено 7 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 7 детей получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что двое из травмированных перевозились с нарушениями правил дорожного движения. Отдельно отмечу, что на территории Брестской области за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров к ответственности привлечено более 4000 водителей транспортных средств. Профилактическая акция проходила на стоянке около детской больницы номер 1, где инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки маленьких пассажиров. Для детей сотрудники ГАИ подготовили полезные подарки, блокноты, ручки и раскраски. Всегда ты ездишь вот на таком кресле детском? Да. Всегда ездишь, никогда не нарушаешь, да? Всегда пристегиваешься, да? Умничка, разукрашивать любишь? Да. Вот держи тебе такую разукрашку, будешь разукрашивать и учить и повторять со своими родителями еще правила дорожного движения, чтобы быть в безопасности на дорогах. Договорились? Да. А с водителями провели своеобразный ликбез, ведь согласно законодательству перевозка юных пассажиров должна осуществляться в специально удерживающем кресле или бустере. Как показывает практика, это помогает сохранить ребенку жизнь и не травмировать его в случае ДТП. Сегодня каждый водитель понимает, пристегнутый пассажир – гарантия безопасности. Безопасности своего ребенка нельзя пренебрегать, конечно. Это обязательно, чтобы кресла были, либо бустеры, обязательно настроить детей, так что в первую очередь мы заботимся о своих детях, в первую очередь. Дети не очень любят, дети кресла, конечно, но мы им объясняем, что дядя-милиционер, либо тетя-милиционер может остановить, и как бы вот уже просто, иногда просто приходится пугать. Потому что по-другому никак. Я всегда, конечно, это делаю. Первым делом на бустер садим, а потом пристегиваем ремнем. И только тогда едем. Почему некоторые родители не заботятся о своих детях, садят на машину, либо же на руки, как мама любит? Я думаю, что это просто халатность обыкновенная, не более того. Или, может быть, они никогда не видели аварийных случаев с детьми, когда... Ну, точнее, никогда, а что из этого может получиться и какие могут быть последствия. Перевозка детей до 12 лет на заднем сидении популярного для сельской местности транспорта мотоцикла или мопеда запрещена, а в случае нарушения правил нахождения несовершеннолетних в автомобиле водителю грозят штрафные санкции.